Сегодня сменяется поколение тех, кто выходит на улицы и площади городов России. Это молодые люди. Они требуют свободы, справедливости, наконец, здравого смысла, всего того, чего не может быть у этой власти. 28 октября я выхожу на Лубянскую площадь, чтобы защитить тех молодых и смелых, против которых сегодня Федеральная служба безопасности развязала настоящую войну. Силовые структуры вместо борьбы с преступностью фабрикуют дела против оппонентов власти. Дело нового величия основано на показаниях силовиков, которые внедрились в протестную группу и написали экстремистский устав. В воскресенье, 28 октября, я присоединяюсь к сходу на Лубянской площади, чтобы потребовать закрытия дел нового величия и сети. Уголовное дело в отношении организации «Сеть» построено в основном на показаниях самих обвиняемых. Это недопустимо, это возвращает нас к временам, когда признание было царицей доказательств. И это признание выбивает со всеми возможными способами, в том числе и пытками, а в деле организации «Сеть» в основном пытками. Я требую прекратить применение пыток в следственной практике. Я выхожу 28 числа на Лубянскую площадь, чтобы заявить об этом. В России нет суда. Группа лиц, обладающая властными полномочиями, вместо того, чтобы обеспечить гражданам честный и независимый суд, сама становится обвинительной стороной судебного состязания. Такие процессы, как дело нового величия сети, являются показательными и могут привести к падению общества. Так было в сталинском СССР, в нацистской Германии. Я выхожу на сход граждан в защиту нового поколения, чтобы реагировать на судебный беспредел и не оставаться равнодушным. В августе этого года состоялся марш матерей. Люди шли от Пушкинской площади до Верховного суда Российской Федерации, около которого скандировали: «Детям не место в тюрьме». После проведения этого мероприятия арестованные по делу нового величия Аня Павликова и Мария Дубовик были переведены из СИЗО под домашний арест. Это доказывает, что гражданское общество может добиваться своей цели. Поэтому я поддерживаю сход на Лубянской площади за ваших и наших детей, который состоится 28 октября в это воскресенье. Я приду туда, чтобы потребовать закрытия дела нового величия и дела сети. Я приду туда, чтобы потребовать остановить пытки и репрессии в отношении молодого поколения и всех граждан России. И я хотел бы, чтобы все те, кто были на марше матерей, и все те, кому не безразлична судьба нашей страны, пришли туда и поддержали это мероприятие.